Устав от новогодних празднеств, соседи, жильцы одного из домов Павлодара позвонили в полицию и сообщили, что в квартире пьяные родители с малолетним ребенком, который сильно плачет. Сотрудники полиции выехали на место для отработки поступившего обращения. Как отметили полицейские, в квартире находились ребенок в возрасте 1 года 8 месяцев и его родители, которые действительно были в алкогольном опьянении. В квартире было не убрано, вещи, игрушки, еда и посуда разбросаны по всей квартире. После осмотра медиками принято решение о госпитализации малыша в больницу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении родителей составлен административный материал. Родители поставлены на профилактический учет в полиции. Также на комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав их прав будут рассмотрен вопрос об ограничении их родительских прав. Как оказалось, у матери это не первый ребенок. У нее есть сын, учащийся 5 класса, воспитанием которого она не занимается. Мальчик проживает и воспитывается биологическим отцом. Полиция уточнили, что в декабре месяце мать ребенка уже доставлялась в больницу с алкогольной интоксикацией средней степени. Сейчас здоровью и жизни малыша ничего не угрожает. Он под пристальным вниманием специалистов детской областной больницы. После курса лечения малыш будет определен в дом ребенка. Валентина Леонова, Евгений Олейник, ИРТС Акпарат.